Это опасно. Ну ладно. Готова? Мы с твоей мамой познакомились много лет назад в больнице под названием Дельфы. Она была там медсестрой, а я врачом. По ночам мы рассказывали друг другу истории. Она рассказывала мне удивительные вещи. Истории из будущего. Я рассказывал ей о прошлом, о Верховной Жрице, отмеченной знаком бабочки, которая могла видеть будущее в огне. Я говорил, что она волшебница, как та жрица. Возможно, ты тоже волшебница. Но это надо проверить. Выбери фотографию. Какая нравится. А теперь закрой глаза. Соберись и призови на помощь силу древней жрицы. Найди свою мать. Попробуй угадать нужный снимок. Ничего. Все равно ты волшебница. Она всегда с тобой. Помни это. Хотя ее нет рядом, она остается частью тебя. Если бы ты могла видеть будущее в огне, что бы ты увидела? Совсем ребенком.
Орел. Вам чем-нибудь помочь? Мисс Мейсон? Я сержант Блейк. Главный следователь по этому делу. Можно взглянуть? Я потом отдам. Ты часто это рисуешь? Это ведь греческий символ. Дельфийский эпсилон. Как у твоего отца. На медальоне был такой же. Рука принадлежала Акалу Джахару. Он работал в Дельфах. Ты там бывала вместе с отцом. При чем тут я? Дело твоего отца так и не раскрыли. Тут явно есть связь. Ты знаешь, что он основал Дельфы вместе с Люсьеном Флауэрсом? Вероятно, он тоже в опасности. Слушай. Над Дельфами установлен надзор. Организована охрана. Я буду работать оттуда. Тебе тоже будет там безопаснее. Thank you.
Наверное, они вышли покурить. Жди здесь, я сейчас. С тобой. Как тебе подарок? Я следила за тобой всю твою жизнь. Ждала. Твой отец не тот, кто ты думаешь. Следуй за музыкой. Ищи Алади Картер. Посмотри, что он с ней сделал. Ты увидишь, кем он был на самом деле. Это вы убили того человека и отправили мне руку? Он был одним из них. Я ведь отправила тебе его медальон. Найди Алади Картер, Эрика. Посмотри сама. Эрика, что-то я же сказал, жди. Мне позвонили. Женщина, она знала, кто я. Она сказала... Пошли, живо. Нужно узнать, откуда она звонила. Любой ценой. Что вы делаете? Отойдите от телефона. Вот. Нет, продолжайте. А вы? Я имею право увидеть ваши документы. Это частное заведение, сюда вход ограничен. Я не полицейский. Тогда кто же вы? Я вам перезвоню. Я сержант Блейк. Я звонил днем. Я жду доктора Баллард. Прошу прощения, мы все устали. Сержант Блейк, меня зовут Роза Баллард. С главным инспектором вы знакомы. Спасибо, доктор. Будьте добры, покажите Эрике ее комнату. У меня разговор к инспектору. Есть успехи. Ты меня, наверное, не помнишь. Я работала с твоим отцом. В детстве тебя... часто со мной оставляли. Ты любила искать привидений в подвале. Извините, я вас совсем не помню. О, ничего. Тогда я была гораздо симпатичнее. Но жить ты будешь здесь. Может, даже узнаешь место?
Если что, администратор мистер Стейнбек всегда на посту. Загляни под кровать. Дядя Люсьен оставил тебе небольшой подарок. Посмотри на ее руку. Она прямо как ты. Thank you.
чисто. Кирсти. Да, тебе разрешили помогать, но только не в одиночку. Ты же знаешь, убираться без присмотра нельзя. Что? Ничего. Прости. Так я и думала. Привет. Сюда. Не обращай внимания, она немного того. Когда ты уже сдохнешь, Хана? Я стараюсь. Не любишь говорить? Ну, ладно. Садись, я тебе кое-что покажу. Вот, видишь? Тут все просто. Четыре ноты. Пам-пам! Пам-пам! Остальное сыграю я. Ты тут вообще ни при чем. Просто уйди. Керсти. Все в порядке. Она права. Можешь кого-нибудь позвать? Говорит, ты ее удивила. Керсти любит быть в центре внимания. Она у нас всегда такая невинная, но чуть что не так, сразу начинается. А ну прекратите! Эрика, пришел сержант Блейк. Тебя ждут в администрации. Войдите! Боже мой. Эрика Мейсон. Ты и так похожа на мать. Я тебя еще совсем малышкой помню. Я Люсьен Флауэрс, коллега и друг твоего отца. Я узнала вас по портрету в холле. Я бы его поменял, но держу в память о твоем отце. Ты хорошо спала? К этому месту привыкаешь не сразу. Я в порядке. Спасибо вам за все. Твой отец был моим другом. Все в порядке. Надеюсь, тебе будет приятно. Но у меня кое-что есть. Твоя мать подарила... Это твоему отцу в день свадьбы.
Я не смог выкинуть. Привет. Прошу прощения. Мы связались с оператором, но по звонку пока ничего нет. Эрика, похоже, убийца твоего отца и мистера Джахара одно лицо. Могут быть и другие неизвестные нам жертвы. Убийца вряд ли остановится. Я могу как-то вам помочь? Если честно, данных очень мало. Но мистер Флауэрс придумал, как помочь тебе вспомнить убийцу отца. Я вижу какие-то образы в своих кошмарах. Силуэт женщины с пистолетом. Но это все. Это метод терапии. Он был разработан твоим отцом. Возможно, у тебя прекратятся кошмары. Это не больно. Опасности никакой. Даже не знаю. Эрика, послушай. Совпадений с делом твоего отца слишком много. Это не случайность. Если у нас будет описание убийцы, мы положим этому конец. Ладно. Ладно, я согласна. Изображение, которое ты увидишь, расслабит тебя и твой разум. Твой отец разработал регрессивный метод, чтобы пробудить в пациентах память о травме. Сначала проверим, все ли в порядке. Просто скажи первое, что придет тебе в голову. Небо. Хорошо. Прекрасно. Если вспомнишь что-то важное, запиши это. Я знаю, что столкнуться с прошлым нелегко, но помни, ты в безопасности. Начнем. Природа. Культ. Ферма. Видение. Маска. Резьба. Дружба. Слишком быстро. Тихо. Что случилось? Все хорошо. Ты рисовала. Ты все время рисовала. Почему она, Эрика? Почему твоя мать? Твоя мать говорила, что жила этим местом.
Она здесь работала. Здесь нашла любовь. Родила тебя. А потом и умерла. Доктор Баллард сказала показать тебе это. Пройти через подобное было невероятно трудно. Неудивительно, что ты увидела свою мать. Это процесс, Эрика, он требует времени. Не вини себя. Я попробую еще раз. Отдохни, приди в себя. Повторим в другой раз. Идем. Я тебе кое-что покажу. Давай. Твой отец посадил олеандр в память о твоей матери. Ее любимый цветок. И мой тоже. Валите! Уйди! Отстань! Извини. У девочек бывают трудные дни. Некоторые из нас держат все в себе. Ханна, я думал, ты спишь. Это Эрика Мейсон, она пока поживет у нас. Я ведь тебя залила кровью. Я к доктору Баллард. Мы делаем духи. Пойдем? Иди ты! Хватит уже! Или можешь зависнуть с Тоби. Вообще-то скоро обед. Он весьма неплох. Может, сходишь перекусить, познакомишься с остальными? Да. Кто откажется от раскисшего сэндвича в компании незнакомцев? Наверное... Действительно, схожу на обед. Нет, только не пирог. Они смотрят. Съешь фрукт. Им это нравится. Что ты имеешь в виду? Они смотрят. Они всегда смотрят. Вдруг мы разглядели их тайны? Ты не голодная? Надо есть. Если не будешь есть, то ослабеешь. А у нас много дел. Грязь пропустила. Вот. Зачем тут ремни? Всех нас надо беречь. Иногда друг от друга, иногда от самих себя. Подопри. Нас не слышно, но они придут, как всегда. Кто? Кто придет? Они все заодно. Ты бы знала, если бы видела цветы. Кирсти, что ты делаешь? Если я буду плохой, его накажут. Тебе нельзя запирать дверь.
Все хорошо. Швабра упала, мы подняли. Вместе с Эрикой. Глянь под подушкой. Что они прячут, Кирсти? Почему они следят? Они приходят ночью, показывают животных. Потом дают розовое, и ты забываешь. Глянь под подушку. Увидишь. Мне нравятся кролики. Я их люблю. Эй, господи, так и посидеть недолго. Это от доктора Баллард. Подарок на новоселье. Духи. Здорово, да? Сразу такая безмятежность. Готово. Надо только повернуть регулятор. Пока. Наконец-то. Вставай. Тебе посылка. Что-то крутое. Что вы делаете? Эрике пришел подарок. Большой. Так красиво. Открывай. Боже, жуть какая! Осторожно. Что с тобой? Разойдитесь.
Что случилось? Посылку отправили вчера. Описания отправителя пока нет. Вот, посмотри. Это квартира администратора Карла Стейнбека. Наши ребята уже там. Он пропал. Почему он сделал татуировку с этим символом? Раньше он был на вывеске. Он из храма Аполлона в Дельфах, это в Греции. Там была такая надпись «Познай самого себя». Твой отец решил, что нам это тоже подходит. После его смерти знак убрали, но татуировка Карла, конечно, осталась. Он мертв? Тело не нашли, но это вероятно. Почему именно это? Почему кукла? Она у меня с самого детства. Но... я не взяла ее в Дельфы. Нужно съездить к тебе домой. Я попрошу тебя осмотреться, проверить, все ли на месте. Заодно сможешь прихватить побольше одежды. Похоже, ты здесь надолго. Все хорошо? Пойду опрошу соседей. Запри дверь. Это полиция. Открывайте, или я выбью дверь. Я сейчас выбью дверь.
тебе лгать. Они постараются настроить тебя против меня. Не верь им. Зачем все это? Чтобы открыть себе глаза. Знай, что стоит на кону. Ты бабочка. Девушка, которая должна увидеть будущее в огне. Как твоя мать? Она жива, Эрика. Мы можем спасти ее. Вставай. Тебе нужно уходить. Карл Стейнбек мертв. Мне нравится Ханна. Она веселая и добрая. Но она плохо себя вела и заболела. Надеюсь, она поправится. Но ты ей что-нибудь напиши. Вот подруга Тоби так и не вернулась. Она любила рисовать, но была странная. Ее поймали в подвале, она искала призраков. Плохой поступок. Плохим девочкам всегда показывают животных. Тогда ты забываешь. Это мне папа сказал. Но я плохая. Они знают, что мы говорили. Они порвали ленту. Так что я знаю. Видишь? Тех, кто знает правду, заставляют все забыть. Ты не откроешь. У тебя нет ключа. Буду делать операцию. Где Ханна? Ханны нет. Баллард ее забрала. Где она? Какая разница? Она не вернется. Я вижу странные сны. Дождь из розовых цветов. Тоби, у тебя кровь. Покажем тебе пару вещей из квартиры. Почти все в лаборатории, но с парой моментов нужна твоя помощь. Не волнуйся. Инспектор попросил привести тебя сюда, к нему. А в
правда, эльфах это сделать нельзя? Я предлагал, но доктор Баллард категорически против. Учитывая историю с Ханной, наверное, она права. Прошу, чай готов. Господин инспектор. Что скажешь? Похоже? Это она? Нет, чего-то не хватает. Ладно. А как насчет этого? Это из ее квартиры. Ее зовут Мия Грин. Она лечилась в Дельфах. Она дружила с твоей мамой, очень о ней заботилась. Порой даже чересчур. Отчего ее лечили? С ней было сложно. Она была склонна к агрессии. Из-за трудного детства. Твоя мать поддерживала ее. Эрика, в ночь смерти твоей матери Мия Грин пробралась на пункт выдачи лекарств. Она умерла от передозировки. Но я ее видела. Мы запросили разрешение на эксгумацию. А пока постараемся отследить последний звонок. Помощь нужна? Спасибо, нет. Блейка возьмете? Резиденция Колкеров? Да. Это сержант Блейк. Сейчас буду. Мне пора. В Дельфах кто-то чужой. Я с вами. Нет, это опасно. Ладно, будьте осторожны. Эрика, ты как? У тебя кровь? Идите. Я за ней присмотрю. Ванная дальше. По коридору. Иди. Thank you.
Здравствуй, Эрика. Скучала? Вы убили его. Он это заслужил, как и все они. Инспектор, Стейнбек, Джаха. Они были заодно. Тебя я не трону. Вы больны. Он отдал им родную дочь. Свою плоть и кровь. Я защищаю тебя. Не подходите. Твой отец сделал из меня чудовище. Он забрал у тебя мать, он предал тебя. Он продал душу дьяволу. Под Дельфами скрыта иная реальность. Туда ведут тайные проходы и спрятанные двери. Я подарила тебе медальон, ключ ко всему. И где он теперь? Но есть другой. Он прямо перед тобой. Замки в стенах. Найди замок и посмотри сама. В лесу. По дороге к Дельфам есть старая ферма. Я буду там. Приходи одна. Нужно было остаться. Никаких чужаков. Просто пациентка решила украсть лекарства. Кто-нибудь пострадал? Да нет, пара синяков. Ничего серьезного. Ты как? Я могу чем-то помочь? Все нормально. Постарайся поспать. Здесь ты в безопасности. Мы же знаем, что это не так. Все хорошо. Постарайся не переживать. Она точно ничего не сказала? Ничего полезного для нас? Думаю, я знаю, где она. Жди здесь. Запри дверь или окна сиденья, чтобы тебя не видели. Я скоро вернусь. Хорошо. Сиди тихо. Все будет хорошо. Просто не высовывайся.
Внутри горит свет, но никого не видно. Эрика, нет, не смотри. Это не личное. Это по работе. Я понимаю. Я верю тебе. Я хочу ее поймать. Помоги мне. Нашла что-нибудь? Что там? Моя мать. Осторожно. Это мощный галлюциноген. Идем. Замена для твоей матери. Ты пойдешь на это? Или поможешь мне? Мы убьем Люсьена и освободим твою мать. Сломали.
было в тебе, Эрика. Так было и будет. Она рассказывала мне удивительные вещи, истории из будущего. Я рассказывал ей о прошлом, о верховной жрице, отмеченной знаком бабочки. Что вы сделали? Как я сюда попала? Вот как. Работа твоего отца. Один вдох, и ты сделаешь, что скажут. Убьешь человека. Или перережешь себе горло. Тебе ведь это знакомо. Я умираю. Сколько вам осталось? Это не важно. Я чудовище. Я это заслужила. Отметина твоей матери. Вот что привлекло твоего отца. Вот зачем им ты. Девушка, которая увидит будущее в огне. Вы больны? А ты слепа. Он был одним из них. Посмотри сама. Отец убедил Люсьена, что синтез науки и обряда позволит им видеть будущее и менять его. Вот зачем им твоя мать. Он любил ее. Я все тебе показала. Ты все видела. Как ты можешь ничего не делать? Ты обязана их остановить! Я против убийств. А они нет. И они не допустят, чтобы им мешали.
Меня могли забрать в любой момент. Ты была ребенком. Можешь мне не верить. Но они ведь явно что-то скрывают. Если я ошибаюсь, останови меня. Но если нет, ты обязана вмешаться. Не трогайте меня. Я никуда с вами не пойду. Освободи свою мать. Сделай это любой ценой. Возьми. Пообещай. Если придется, не трусь. Я не убийца. Пожалуйста. Мой папа мертв. Ты была с ним и дала ему умереть. Должна идти. Сюда нельзя. Что вы делаете? Тебя ищут. В саду нашли тело. Мне кажется, ты больна. Прошу, позволь мне помочь. Разбудите ее. Это опасно. Кроме того, вывод из-под наркоза требует времени. Придумайте что-нибудь.
отвлечем трубки, у нее начнутся судороги. Но я введу ей эпинефрин. Он в шкафу. Его нужно вколоть в сердце. Тоби! Кирсти, беги! Я знаю, здесь опасно, но я не брошу Тоби. Ее надо разбудить. Вытащи из нее трубки. Тебе лучше уйти. Прекрати все это. Пожалуйста. Что случилось? Это я. Пожалуйста. Опусти пистолет. Что бы ни случилось, мы с тобой во всем разберемся. Обещаю. Ну вот, давай поговорим. Просто расскажи, что тебе кажется, и я все тебе объясню. Я пришла с Грин. Она здесь, я все знаю. Эрика. Мия Грин мертва. Уже много лет. Эрика, остановись. Опусти пистолет. Думаю, ты больна. Тебе необходима помощь. Вы их не лечите. Вы их только мучаете. Вы убиваете их. Это больница. Мы помогаем людям, облегчаем их страдания. Ты опасна. И даже не представляешь, насколько. Вы забрали Кирсти, чтобы контролировать ее отца-инспектора. Эрика, мать Кирсти Колкер совершила самоубийство и попыталась убить Кирсти. Ты знала? Ты знала, что мы спасли ее? Она не готова вернуться домой.
не готова взглянуть в лицо реальности. О, Боже, что ты наделала? Откройте дверь. Нет, Эрика. За ней тебя ждет только безумие. Ты слишком долго была совсем одна. Мы все исправим. Я заменю тебе семью. В твоей голове. Все хорошо. Доверься мне, я смогу помочь. Мы станем семьей. Я все исправлю. Теперь ты дома. Эрика, слышишь? Смотри. Все здесь, прямо перед тобой. Видишь? Волшебство. Как и ты сама.